Всех приветствую на своем канале. Наверное, из названия видео вы узнаете, что да чё, да как. В общем, будет сейчас разговор про ремонт отвала палех Маш, палекс Маш. Ну, напишу вам на экране, как это правильно называется. В общем, случилась беда у меня, то есть сломался во время чистки отвал, обратился на производство к ним, дословно, ну не дословно, а так образно говорю, что мне ответили. В моей голове, что я понял, что вы уже отработанный материал, вы как клиент нам уже не интересен, мы вам можем либо предложить отвал, либо отвал в сборе. А комплектующие мы не продаем. У нас производство очень сильно занято. И никто вам закомплектовывать ничего не будет. У нас конвейерное производство, запчастей мы ничего не делаем. Мы вам там цилиндр можем продать, можем отвал продать, можем вам все. И то есть мне предложили весь вот этот ремонт в 98 тысяч рублей и 1010 доставка. Не, я все понимаю, красиво, все этот отвал, как бы мне нравится, я всем советовал. Но сейчас, я просто стою в замешательстве и думаю, блин. Да я хотел, я им до этого писал, говорю, дайте мне отвал, положу отвал, потом куплю рамку. Ну, остальное все куплю, на следующий трактор тоже второй повешу. Пускай у меня и будет... от снега, отложил деньги, куплю второй комплект, будет лежать у меня полный комплект. Хотел купить еще один отвал. Вот после этого ремонта я 100% у них брать отвал не буду. 100% я не пойду к ним. После вот этих разговоров, как мне ответили, я маленько как бы в шоке. Ну и конечно, вы видите, что произошло. Самое обидное, что обломил еще и цилиндр. Как произошло? Мокрый снег, он прям весь. Все, у нас мокрое. И с крыши упал большая гора. Я стал толкать ее, уперся им в землю. То есть маленько посильнее, там асфальт был. И до асфальта стал гребсти. И он сложился просто под низ. Тут уже уши, конечно, разделаны, такие он втулки, всего лишь такие втулки. Ремонт, конечно, не очень такой сложный, не очень такое все как бы наложить эти, срезать эти пластины и наложить новые потолще, вопросов нет, втулку только надо сделать. Сейчас придется этим заниматься. Рамка. Почему рамку не продать? Почему щеки отдельно нет? Да это какая забота о клиенте? Никакой. Да нам пофиг, у нас конвейерное производство, никто вам разбирать комплект не будет. Либо отвал берите, либо все вместе 98 тысяч. Да на, зачем мне вы такие красивые нужны? Найду я, блядь, еще отвал в другом месте. Что вы, блин, думаете-то? И обязательно выложу на канале это видео и всем про это расскажу. И 100% никому советовать этот отвал не буду. Да есть, делают сейчас нормальный отвал. Так что в добрый путь. У вас на 200% производство загружено, ну и дай бог. Но от меня вы заказ больше не получите. Так что как-то вот так. Ладно, вот такой. Так, ну, не вылази, можешь залазить обратно, блядь. Чего? Надо еще взад, потому что капать будет прям, блядь, с крыши. В общем, вот так это выглядит. Начал ремонт, начал снимать эти верхние пластины. Хотел у нас в Твери заказать на лазерном станке вырезать эту пластину. Два. Чуть-чуть отъедет, а то
вырезать буду. Что-то, блядь, со стартером. Не пойму, то ли шестеренка это зацепа, то ли он не вылетает. Ну ладно, это сейчас разберемся. Вот. Так, все это снимаю. Хотел вырезать на станке, но мое хотение маленько отличается от возможностей у нас лазерных станков в Твери. Ну вот, металл кусками тоже не найти. Ездил в Чермет на Сахаровской. Чермет за железкой. Туда самый конец, за стеклозаводом. Там брал, взял вот такой лист, он потолще. Хотел вообще восьмерку, десятку взять. Это где-то шестерка, наверное. Но побоялся, что по размерам у меня не встанет сюда вот. Вот здесь 10,5. Сейчас буду мерить, сколько я смогу нарастить. Ладно. Так, ну вот. Вверх я кое-как полдня, блядь, промучился. Спилил пластину. Теперь нижнюю. А нижнюю, блядь, не знаю. То ли так отковыривать, то ли ее рамку снимать. Ну, в общем, хер поймешь. Здрасте. И хвостовик снял, оказывается. У меня, блядь, старого образца. И с пыльником на новых. Этого пыльника нету. Вообще, нах. То есть новый идет такой. Один. И на вот этой вот обойме, которая держит пыльник, там тоже есть опора для него. Ну, не знаю, стоит здесь. По-моему, не стоит. Внутри один стоит, а здесь... Может, их здесь два должно быть или один, кто знает. Так что напишите. Так. Ну, уже темновато. В общем, снял я весь этот хвостовик. Все. Правильно, неправильно поставил два сальника туда. Сейчас попробую поставить подшипник вроде... Нормально. Попробую поставить с двумя сальника. Нет, наверное, не видно так. Ну ладно, сейчас. И очень тяжело у меня здесь двигается все. Уже, блядь, руку отбил. Ну, ничего страшного. Потихоньку сделаю. Ладно, пока успехи нет. Так, ну вот. Лист железа. Сейчас я с него верхние эти пластины вытащу. Купил коронку. Втулку сделать. Этой у меня не было. У меня было только маленькая. Держатель. Ну и вот такие вот втулки сделал. Под палец вытащу. Потому что старая накладка. Сейчас. Здесь вот была вот такая вот втулка. Ее так вытянул. Сейчас буду пробовать смотреть, пойдет небольшую ли я сделал втулку. Посмотрим. Ладно, сейчас буду пилить. Ничего интересного пока не будет. Так что приготовлю, ну и сварку, наверное, покажу. Так, ну сейчас покажу промежуточный результат. Вот второй я почти вырезал. На этой же отверстие вырезал. Вверх. Блять. Как маленько узковатый. Но думаю, с такими втулками это похер будет. Что он узковатый. Это вопрос. Ну там по расстоянию посмотрю, как его варить, наверное, чуть зазор сделать.
посмотрим, как сядет. И будем делать так. Коронку я по незнанию, блять, она мощная, руки выворачивает и цепляет, несколько зубьев снес. Но не думал, что просверлю, процарапал. Так что вот такой вариант. Такая вот сейчас у нас такие дела. Ладно, дальше дело. Ну вот я и вторую догрыз. Так что две готовы. Втулки у меня готовы. Осталось только сварка. Ну, варить, наверное, буду завтра с утра. Сейчас надо до города доехать. Сейчас уберу. И буду звонить. Надо будет эти по... Тьфу, звонить поеду. Эти поправить уши. Здесь недостаток, что их разжимает. То есть вот это вот разжимает. Сюда бы усилителем раскосины. Или сюда, чтобы его не раскрывало отвал. Так будет все нормально. Ну не знаю, ставлю вам этот кусок, где меня вежливо послали или предложили купить за 100 тысяч отвал. Ну там больше с доставкой к нам. Полехмаш или как-то так они называются. Вот еще с этим пальцем что-то надо делать. Тут было кольцо или не было, я не помню. Мне надо было бы его проточить и сделать под кольцо. Ну, на крайняк приварю болтик или эту электрод, чтобы не потерять отвал, хотя такого не было. Ладно, все, к сварке готово. Завтра сварщик приходит и будем делать. Ну, не знаю, еще надо и позвонить. Так, ну я надеюсь, это у нас уже окончание ремонта. Цилиндр все обварили, ухо поправили, ну и вот так вот восстановили весь перед. Здесь делал две втулки, потому что боялся по высоте не попасть. Я как бы померил, что она десятка, но чуть-чуть ошибся, маленько надо было добавить. Там я мерил, в отвале была ширина 10-11 почти. Я сделал десятку, но боялся, что я увеличил здесь толщину металла, что он не пойдет. Ну, в принципе, вот так все восстановили. Если было все, конечно, под рукой, я бы мог заниматься, поварить, проще говоря, электросваркой, то сделали бы все быстрее. Ну, что есть, то есть. Итак, не знаю, в этом видео покажу, не покажу, как зацепил отвал. А так, будет снег, значит, покажу, как дальше буду чистить. Да, вопрос там спрашивали. 80-ка чистит с этим отвалом. Надо смотреть, конечно, где особо попу-то не лезть на рожон. А так и 80-ка у нас чистила с этим отвалом. Ну ладно, все на этом, наверное, пока.